Добрый день, мои дорогие любители вязания. Сегодня я предлагаю вам связать вот такой квадрат. Это может быть как отдельная вещь-салфетка, или же в первых видеокадрах вы видели как полотно, которое собирается в большую салфетку, то ли в скатерть. Но не обязательно, мы с вами можем применить для любого другого верхнего изделия данный квадрат. Все будет зависеть от толщины пряжи. Моя пряжа очень тонкая. Я могу, конечно, связать с более толстой, но тогда мы не получим, скажем, эффект. А у меня хлопок, не очень качественный хлопок, но в 100 граммах 1000 метров. Вязать я буду крючком единица. И ну, это будет выглядеть вот таким образом. Начнем мы с вами вязать с первой воздушной петельки. И 5 воздушных. 1, 2, 3, 4, 5. Замыкаем в кольцо. И в колечко мы с вами свяжем 8 столбиков без накида. Я сделаю петельку подъема. Захожу в колечко. И 8 столбиков. Первый. Второй. 8 столбиков я связала, захожу в первую петлю и вяжу соединительную. Теперь петельку подъема и в эту же соединительную петлю, которую только что, или в первый столбик, вяжу столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 воздушных. Я пропускаю одну петлю, захожу во вторую, столбик без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Пропускаем одну, во второй столбик без накида. То есть у нас было 8 столбиков. В итоге мы с вами должны получить вот 4 таких арки и 4 столбика без накида. Мы обошли, с вами получили вот 4 арки, и я соединяю соединительной петлей с первым как бы столбиком. Сделаю петельку подъема, захожу в первую арку и вяжу столбики без накида. Первый, второй и третий. Ну, если по правилам, можно попадать в каждую петлю. В центральную, в четвертую петлю мы должны связать 3. 1, 2 и вот 3. И у нас осталось еще 4 петельки. Значит, мы должны еще связать 4 столбика. Вернее, 3. 1, 2, 3. И перейти в следующую арочку. То есть, если посчитать на круг, у нас получается 3, 3, 6, еще 3, 9 столбиков без накида. Вывязываем в каждую арку. Обошли мы с вами каждую арку. Я захожу в первый столбик и вяжу соединительную петельку. Вот так. Теперь смотрите, мы с вами должны оказаться в пятой петельке нашей первой арки. То есть, вот 1, 2, 3, 4, 5. И сюда мы должны с вами дойти соединительными столбиками. Поэтому заходим в каждую петлю. 1, 2 соединительная, 3, 4 и вот 5 петля. С этой точки 1, 2, 3, 4. 2 накида. Я захожу в эту пятую петлю и вяжу столбик с 2 накидами. Первый столбик, это у нас 4 петли подъема. Мы должны с вами сюда связать 7 столбиков с 2 накидами. Получили мы с вами 7 столбиков. Теперь 1, 2, 3, 4. Я захожу вот между двумя этими наборами, да, как
пространство, зашла, связала столбик без накида. А теперь 1, 2, 3, 4, 2 накида и считаем. 1, 2, 3, 4, 5. И 2 накида, да, мы должны сюда связать столбик с двумя накидами. И тоже 7. То есть понимаете, что мы будем вязать вот такой набор столбиков в каждую вершинку вот этого арки обвязаны в пятую петлю через 4 воздушных. Итак, мы с вами обошли, получили веера по 7 столбиков. Последние 4 воздушных петельки я захожу в четвертую петлю, вяжу соединительную. Теперь 1, 2, 3. Это первый столбик. Во второй столбик вяжем с вами 2 столбика. Первый. И в эту же вершинку второй столбик. В третий столбик нижнего ряда мы тоже вяжем с вами 2. Первый и второй. Четвертый столбик. 1, 2, 2 воздушных. И в этот же центральный четвертый столбик мы вяжем второй столбик. И по этому вееру опускаемся. Следующий столбик у нас идет 2. Это будет у нас как бы пятый столбик, да, по счету в нижнем ряду. Шестой столбик тоже 2. Первый и второй. И в седьмой вяжем 1. Вот так будут обвязаны все веера. Далее 1, 2, 3. Я делаю накид, захожу под первую арку. Можно попадать в петельку центральную. Вяжу недовязанный столбик с одним накидом первый. Накид. Захожу под вторую арку, второй недовязанный столбик, соединяю и закрепляю. 1, 2, 3. Накид. Заходим в первый из 7. И далее мы с вами повторяем полностью весь веер. Ну и эти стороны вяжутся одинаково. Идем по кругу. Обошли мы с вами последние 3 воздушных, соединяем с третьей петелькой подъема. А посмотрите вот уже на вот этот часть мотива. Вот уже вот этот квадрат, это будет уже прекрасно смотреться, если мы его будем соединять. Вот такие вот красивые дорожки. Сам по себе тоже можно применить. Следующий ряд. Я вяжу 3 петельки. Накид. Захожу во второй столбик. Не довязала столбик с одним накидом. Накид. Захожу в третий. Тоже не довязали столбик. Соединили. Закрепили. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Вот у нас остались 3 столбика. Я захожу в первый. Недовязанный. Второй. И третий. Не довязали 3 столбика. Соединили, закрепили. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Мы пропускаем с вами вот эту арку. Заходим в столбик. Недовязанный первый, второй и третий. Соединили, закрепили. 1, 2, 3, 4, 5. Накид. Осталось 3 столбика. Первый, второй и третий. Соединили, закрепили. Вот наш пробел, так сказать. 1, 2, 3. Накид.
Делаем то же самое. Подарку не довязали один накид. Подарку не довязали второй. Соединили, закрепили. Один, два, три. Накид. Здесь мы с вами выполняем точно такой же прием. Соединяем столбики. Здесь у нас 4 в одну вершинку. Между ними по 5 воздушных. Так, вот мы с вами что получили. Последние 3 воздушных. Я захожу в вершину столбика и вяжем соединительную петельку. С этой точки. 1, 2, 3. Это будет первый столбик. 1, 2, 3. Расстояние между столбиками. Накид. Здесь у нас с вами было 3, поэтому можем попасть во вторую петельку в центральную и связать столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Накид. Мы идем с вами в вершину столбика. Вяжем столбик с одним накидом. 1, 2, 3. Вот у нас арка из 5. Я делаю 2 накида. Мы выискиваем с вами третью петельку. Здесь все-таки желательно попасть в петельку. И мы с вами будем вязать сюда 7 столбиков с 2 накидами. То есть точно так же, как мы вязали вот этот ряд. 7 столбиков с 2 накидами я связала в третью петельку. 3 воздушных петли. Накид в столбик, в вершину столбика, вяжем столбик с одним накидом. 3 воздушных, накид, можем в третью петельку, можем подарку, лучше в петельку, столбик с одним накидом. 1, 2, 3, накид, вершину столбик. Вот вы видите, как у нас оформился угол. И теперь 1, 2, 3, накид. Мы с вами здесь продолжаем соединять столбик на одной арке, столбик на второй арке в одну вершинку. Закрепили. 1, 2, 3, накид. Что мы с вами делаем? Мы с вами вяжем вершину. Далее под арку, вершину и сюда в третью петельку вот такой же вверх. Обошли мы с вами этот ряд. Заходим в третью петлю подъема, вяжем соединительную. И посмотрите, у нас уже вот этот квадрат тоже имеет место быть. Да, посмотрите, как красиво смотрится. Если мы возьмем большой, вот, и вот маленький, то есть они могут быть применены как такой, так и такой. Давайте посмотрим дальше. Дальше мы с вами 3 петельки подъема. Это первый столбик. И еще 3 петельки расстояния между столбиками. Накид. Я захожу в вершину столбика. Столбик. 3 воздушных. Накид. Следующий столбик. Далее 3 воздушных, накид, и 7 столбиков мы с вами будем распределять точно так же, как вот в нижнем ряду, да, у нас были 7, и затем мы с вами вязали столбик, я напомню, с одним накидом в первый, во второй 2 столбика, первый и второй. Третьи 2 столбика, первый и второй. Затем центральный столбик из этого веера связали столбик. И 1, 2, 3, 4, 5 накид. Центральный мы вяжем второй столбик. И здесь мы с вами повторяем 2, 2 и 1. Получили мы с вами угол. Далее, в принципе, как бы вяжем по рисунку 3 воздушных столбик.
3 воздушных столбика. А здесь мы соединяем 2 арки, 3 воздушных, накид. Первый столбик не навязали, второй. Связали мы с вами эти столбик в одну вершину. И далее, как вы понимаете, мы с вами все повторяем сетку и выполняем веер. Обошли мы с вами и этот ряд. 3 последних воздушных петельки. Заходим в третью петлю подъема. Соединительная петля и завершаем этот ряд. Далее у нас тоже знакомый ряд, но по-прежнему мы с вами связали 6 воздушных, накид, столбик с одним накидом. 3 воздушных, накид, столбик. Теперь мы вот здесь будем соединять вот в такие столбики, пучки. 1, 2, 3, накид. Мы уже с вами вязали. Я напомню, первый столбик не довязали, второй и третий. Где наши третий? Соединили, закрепили. 1, 2, 3, накид. Вот следующие наши 3 столбика тоже соединим в одну вершинку. Вот так и вот так. Далее 3 воздушных. 1, 2, 3. Я делаю накид. Мы выискиваем с вами третью петельку, чтобы это был центр. Связали столбик с одним накидом. 3 воздушных. И в эту же петельку я сделаю подарку. Второй столбик с одним накидом. 3 воздушных. Накид. И мы с вами собираем этот и эти 3 столбика в пучки. И между ними по 3 воздушных. Так, смотрите, мы с вами соединили эти. Ну, а далее мы с вами все повторяем. Через 3 воздушных столбик. Вот эти 2 арочки соединяем, получаем дорожку. Переходим на угол, то есть у нас идет повторение. Я прошла весь ряд и уже соединилась соединительной петлей. Уже, в принципе, тоже готовый квадрат для применения. У нас с вами осталось несколько рядов. Следующий ряд, вот вы видите, мы с вами связали. Будут у нас просто идти столбики. То есть мы будем вязать с вами вот такую сетку, весь ряд сетку. А по углам мы, как и вязали, 2 столбика с одной точки и между ними 3 воздушных, так и будет. Поэтому сейчас 3 воздушных, расстояния, и мы с вами идем до угла, попадая в каждую вершинку столбика. Получили мы с вами сетку, дошли до угла, 3 воздушных. Во вторую петельку вот этой арочки зашли, связали столбик, 3 воздушных, накид, и в эту же петельку вяжем второй столбик. Далее 3 воздушных и идем сразу же в первый столбик. И продолжаем. Прошла я и этот ряд. Смотрите, соединилась соединительной петлей в третью петлю подъема. Теперь мне нужно пройти под первую арку. То есть мы с вами должны сделать одну, может быть, 2 петельки соединительные с этой точки. 1, 2, 3. 2 накида, захожу в следующую арку, вяжу столбик с 2 накидами, и мы с вами соединяемся в одну точку. Закрепили. 1, 2, 3,
4, 5, 2 накида. Следующая ячейка и следующая ячейка. Соединили, закрепили. 1, 2, 3, 4, 5, 2 накида. Ячейка. И следующая ячейка. Соединили, закрепили. Мы дошли с вами до угловой ячейки. В угловую ячейку 1, 2, 3, 4, 5, 2 накида. В среднюю петлю мы с вами вяжем столбик с двумя накидами. 1, 1, 2, 3, 4, 5 и столбик с двумя накидами второй. А следующие ячейки мы будем соединять через 5 воздушных. И так движемся. Итак, смотрите, я обошла по кругу, связала столбики с двумя накидами, как бы соединилась, да? И теперь вот последние 5 воздушных. Вот был столбик 1, столбик 2. Мы должны в вершинку зайти и связать соединительную петлю. И в итоге ряд завершу. Перехожу в следующую арку. 3 воздушных петли, накид, столбик. Это будет второй и третий. Теперь 3 воздушных, накид. И под эту арочку еще 3 столбика. 1, 2 и 3. Следующую арку я просто делаю накид и захожу в следующую арку. В следующей арке мы опять с вами вяжем 3 столбика, 3 воздушных, 3 столбика. Вот как показано на этом уже готовом мотиве. И проходим все по кругу. Если мы желаем с вами соединиться, то мы соединяемся, конечно, через вот эти вот арочки, когда обвязываем их. И в итоге получаем красивое полотно. Я сейчас довяжу, и мы посмотрим. Я соединила два мотива. Вот что у нас получается. И сразу хочу откомментировать вам. Вот я начала соединять с угла. Видите? И если мы будем соединять следующее, то будет тянуть. Вот здесь я соединила, но не захватила вот этот угол. Если бы угол захватили, да, то было бы не очень хорошо. И следующие углы. Мне кажется, что соединение должно произойти, а вот эти уже просто столбиками, воздушными петлями можно или же оставить так просто, или же сами экспериментируйте, получайте то, что вы хотите. Вот, пожалуй, все, что я хотела вам сегодня показать и рассказать. На этом моменте с вами прощаюсь. Понравилось? Ставьте лайки, подписывайтесь. Вам же творческих успехов и до скорого.